Итак, друзья, всем привет. Ну, у каждого водителя когда-нибудь, ну, может произойти от слишком большого переживания за свою жизнь и здоровье, мы перетягиваем болт. Он у нас вот так отламывается. Колесный болт. Что делать? Ситуация может быть, когда он у вас прикипел сильно, и вы его сломали при откручивании. Ну, тогда только вы сверху. Покупайте обратное седло. Ну, вот он мой вариант. Здесь еще у меня зубило. Сейчас я его наточу. Тоже. Чем больше он выкручивается, тем легче становится дальше. О! Есть! Похоже, плоскогубцы уже ухватили за краешек. Все, пошел. Ну, вот такая вот шляпа. Вот что мы получили. Видите, друзья? Так, ну все, дальше ставим на место на 4 болта. И потихонечку едем на рынок, покупаем 5-й болт. И заодно сверло сломано. Все, всем спасибо, всем пока, всем успехов, удачи. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки.